«Умный город» – это ведомственный проект Минстроя России. Он был инициирован в рамках исполнения майского указа президента. Таким образом, цифровые технологии должны прийти в различные отрасли и нашего города. Сопровождать процесс намерен от начала до конца Минстрой России. Коллеги из Сочи действительно очень стараются, думая о развитии своего города. Наша задача – помочь всем тем, кто занимается здесь туризмом, бизнесом, муниципальным управлением, всем вместе выработать действительно ту стратегию развития города Сочи, чтобы он был самым комфортным городом и для туризма, и для жизни, чтобы этот город конкурировал с лучшими ключевыми мировыми центрами притяжения человеческого капитала. Сочи в числе 30 приоритетных городов, которые вошли в данный проект. Всего будет задействовано 64 города страны. В Сочи уже много лет работает система «Безопасный город». В ближайшее время будет окончательно внедрена система «Умный транспорт». Это оплата проезда по банковской карте во всех автобусах курорта. В Сочи запланирован еще целый комплекс внедрений в рамках цифровизации. Проект позволит улучшить уровень жизни сочинцев и гостей курорта. В понимании «Умный город», если мы будем иметь цифровые технологии в обработке информации, на нашем городском хозяйстве, в здравоохранении, в образовании, в безопасности, у нас есть безопасный город, и мы знаем, как эти камеры работают. То есть, вы знаете, в будущее надо двигаться с пониманием и с четким видением то, что мы хотим видеть в этом будущем. И мы должны его строить. «Умный город» откроет доступ к умным устройствам. Этого очень ждут в отрасли образования, чтобы получить так называемый бесплатный ключ к городу. Тогда сочинские школьники, как и московские, смогут пользоваться единой социальной картой. Это оснащение школ современным оборудованием, не только учебным, но и оборудованием, которое позволит нам сделать пропуск в школу санкционированным, понятным и для родителей, и для педагогов. Это карточки по оплате за питание. Это возможность нашим школьникам, вот такое межведомственное, да, взаимодействие, ездить в транспорте по тем же самым карточкам и, возможно, входить в другие культурные учреждения нашего города. Сочинская дорожная карта проекта «Умный город» прошла экспертную оценку. Возможны коррективы по внедрению умных технологий, которые позволят упростить управление внутренними процессами курорта. Концепцию «Умного города» представят в середине февраля на Российском инвестиционном форуме в рамках новой инвестиционной политики региона. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.